Так, ну что, наконец-то я добралась до своей квартиры. Всем-всем приветик еще раз. Вот, собственно, так, ребятки, я и жила до проекта. Вот такое у меня светлое гнездышко. Так, это, я уже, честно говоря, не помню, кто дарил, но это я. Мебель с офиса. Как уже известно, я закрыла турагентство в Воронеже, поэтому пришлось родителям пока перевести. Обожаю все светлое, белое, витраж, это вообще. В общем-то, вот так. Сейчас я быстро вам покажу ванную комнату. Тоже, видите, все в светлых тонах. Любитель я этого всего. Приветик еще раз.